Мы тем временем готовы. Сегодня стартуем. Первый город будет город Пермь. Город, где у меня началась акустическая карьера моя, музыкантская, потому что именно там был первый мой сольник. Короче, выезжаем. Варя, ты все сказала? Ты че, бля? Короче, она ничего не помнит. Увидимся с вами. Ну, пока. Чешется. Замечательная погода, прекрасная просто. Очень надеюсь, что в Перми будет так же. Ну чё, девчули? Я не поняла. Так у нас там тачка стоит и разгружается. Ты вот кто? Я водитель рок-тура. А как тачку-то объехать? Пописили и дальше в путь. Подъезжаем! Погода говно! Холодно, пиздец! Что вообще за приступ блогинга? У тебя отличная одежда. У меня к причёске. Просто прикол. Я была как... Пока ничего общего с музыкой в Перми мы не делаем. Мы ходим, смотрим, сейчас пошли жрать. Жрать. Быть блогером говно. Говоришь сам с собой. Жрать. Жрать. Я плохо выговариваю жр вместе. Знаете это и смейтесь надо мной. Искренне прошу, смейтесь надо мной, если это вам поможет. Про голубей, голуби, пидоры в мире. Это да. Птица мира называется. Здесь можно или срать, или орать. Так вот в Перми. Скоро начинаем. Как тебя зовут? Меня зовут Сони. Соня. Соня, я быстрый. Все, я запомнил тебя. А я тебя. У тебя широкий? Да. И глубокий. У меня портфель. I won't pay, I won't pay you, no way. Вот так вот. Сейчас поедем назад в Екатеринбург. О! Йо-йо. Что-нибудь в темноте? Наверное, да, я не знаю. Кердешлер, да? Кердешлер — это соседи, а Хайрлы Юл — это хорошего пути. Вот так вот ездили в Пермь, выучили по-татарски пару фраз. Хоть я выучу. А Рахим — это гест. Добро пожаловать, надо было вначале говорить. Бля, я забыл, как надо сейчас говорить опять? Счастливого пути. Хайрлы Юл. Хайрлы Юл. Ты до сих пор пьяный. Ты все пьешь. Да. Ну это понятно. Саша, в каком мы городе находимся, скажи? Так, подожди, вот давай без этих блогерских штук твоих. Ну что это началось? Блять, ненавижу блогеров всех. Я сам к ним не причисляю себя. Главное, мимиметал. В общем, сегодня Екатеринбург, Нью-Бар. Только мимиметал. Хорошо. Я сегодня девушек. Сыграть тебе, нет? Только если ты будешь сегодня плясать. А сегодня будут девочки. Проявить песню. Вот тебя спрашивают. Да, надо играть. В общем, все будет классно, наверное. Где ты этого карту? Зипуля? Мой друг. Братан мой. Что ты хочешь спросить? Зипуля? Да, Зипуля. Тебе нравится Зипуля? Где ты вообще находишь?
Мы отыграли в Нью-баре в Екатеринбурге. И было... Прекрасно. Кайф. Всем большое спасибо. Завтра едем в Челябу. Да-да. Чего ты банка пьёшь в портфеле? Потому что я собираю банки. Это мой гонорар. У меня банк. Да. Конечно. Челябинск. Я понимаю, ну и что? Нам что, надо убежать обязательно? Да. Спрятаться и ждать? Да сейчас. Сейчас пусть заходит, господи. Сейчас я сниму, как все было. Погнали в Омск. Закрывайте дверь. Так, что я беру? Ты взял борщ? Сейчас все возьмет. Кто Барнаул скорый? Это наш. Его еще даже нет. Короче, вот мы. Мне даже настроение лучше стало. Что у тебя? Лучше стало настроение. Почему на ЖД вокзалах такой жесткий контроль? В аэропортах нет такого. Нету. Мы так писать не будем, но Лиза Манькова, которая работает на... Увидимся. Он уже снимает? Да. Как у вас дела? Мы в Омске. Радик меня звать. Так, где это? Темно. Хожу я, значит, по отелю в Омске, где мы остановились, и думаю, вот есть у меня чайник, даже с водой. Куда его воткнуть-то? Вот тут, ладно, розетка для телевизора, но она не дотягивается, вот это вот все. Куда? Где? Хоть что-то где-то. Да, здесь телефон, здесь вновь. Как его включишь? Объясните мне. Короче, одни сплошные загадки. Мы в омском баре Foxhole. Привет. Как дела? В Омске все очень маленькое и очень все, честно, секторное. Где центр? Где площадь? Что-нибудь? Почему везде вторая сибирская и третья северная и восьмая космическая улицы? Мы пошли в магаз-то, ну что, пивка. Это центр Омска. У нас мы на чемоданах и теперь едем в Новосибирск. Ого! Самая красивая штука в Омске. Спать. А? Он там был? Бля. Ну пойдем. Пойдем.
Боже. Снимет вашу реакцию. Спасибо, Новосибирск! Вот так вот. Мы обязательно, как я сказал, приедем. Мы отыграли концерт в Новосибирске. Было очень здорово. А теперь мы отдыхаем. И у нас вот такой красивый отель. Отель. Понятно, ребята? Мужской клуб. Понятно, ребята, как здесь? Успех, и очень счастлив. А чтобы остановить запись, что нужно? Нажми один. Давайте. Блять, а вот здесь мы жили с кавалерой. Где? Вот домина. Да? Блядык, слушай. Ты же знаешь здесь все? Конечно. Вот здесь мы останавливались с Максом Кавалерой вдвоем на нашем турбомедовом месяце. Доброе утро! Ну что, рассказывай, как у тебя дела? Как дела? В общем, сейчас пойдем в зоопарк, но сначала пойдем кушать. У нас сегодня day out, day off. Да? Красота. Пока. Кого будешь смотреть? Мишек. Ты их боишься. Но все равно будешь смотреть? Кормить не будешь? Механические средства не протащила с собой? Инвалидов нет? Инвалидов не надо. Оп. Они должны шевелиться. Спуки. О, смотри, пришли посмотреть на камеру. Все нормально у вас? Thank you.
В Кемерово стартуем, если, конечно, уедем, потому что водитель-то пропал. Summer in your eyes, something I can find in mine. Как она не могла? Я в его толстовке. Да. Спасибо, Господи. Вот такую нам хатку Варька нашла. Молодец. Все белое, красивое. Пока еще мы ничего не засрали. Да ладно. Здесь будет исключительного образца секс. Да Леша, ты че? Выпейте покушать. Выпейте покушать. Yeah. Друзья, тур завершен. Сказать, что мы рады, не сказать ничего, но мы рады были вас радовать. Да ведь? Да! Я просто выпила пиво первый раз за долгое время. Бля, ну что за хуйня, Варя, все. Смотрите, что... Что происходит? Варя, ну все, ну отстань от меня нахер. Всем до свидания. Мы отлучаемся и вряд ли вернемся. Пока. Пишу отзыв про фан. Стартуем назад домой. Нам предстоит долгая дорога из Кемерово на Блаблакаре до Новосиба, а потом на поезде еще 21 час. Сука, сколько можно? Ай, все, хватит, хотим домой. Отпусти нас, Сибирь. Он важный самый.